Никуда. Всем привет! Сегодня едем в Устюг на рыболовный фестиваль. Яночка с нами едет. Наташечка с нами едет. Там нет, там не наши еще. Должен Юрий Косенов приехать. Там у него сын Артемка и жена. Так что у меня чемодан со снастями. Удочки, все дела. Сейчас поедем. К объяснял, можно подъехать туда. Да? Не расстраивай ребенка. А как мы фейт будем? Сейчас он перезагрузит. Я слабую, я тут сейчас сел. Уважаемые дорогие участники фестиваля Устюг – клевое место. На это мероприятие были приглашены наши уважаемые стажеры, любители рыболовной ловли. Место выбрали, вот оргкомитет, я считаю, очень удачное для проведения соревнований. Вот. Судейская бригада, кажется, все готово нормально. Кстати, разрешите вас поздравить, завтра у нас в нашей стране отмечается День рыбака. Поэтому хотите пожелать вам успехов в соревновании, удачи, счастья, здоровья, ну и поймать самую вкусную, самую интересную рыбку. Удачи, всего доброго! Для вас напутственное стихотворение, которое он сочинил сам. Уважаемые рыбаки, сегодня очень жаркий день. И я бы хотел чуть-чуть холодка внести в этот день. Я знаю, что тот, кто любит летнюю рыбалку, тот никогда не откажется и от зимней. Поэтому мои стихи о зимней рыбалке, а в общем и о всех нас, рыбаках. Ах, это зимняя рыбалка, нельзя тебя ни с чем сравнить. Здесь не бывает время жалко, нельзя его на ней убить. Рыбак общается с природой, он видит прелести зимы, как снег кружится легкой водой. Река течет из леса тьмы,
Он знает трудности похода, и как непрочен тонкий лед, рыбак не хочет ледохода. Он жаждой пьет свой зимний мед. Когда клюет, нет места скуки, не страшен ветер и мороз. Когда клюет, не мерзнут руки, хоть посинел от холода уж нос. Ну, а если не погода, почти труба, рыбацкий самый тот эксцесс. Для рыбака не важна рыба, а важен ловли сам процесс. Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам всем здоровья, оптимизма и удачи в сегодняшней рыбалке. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Для того, чтобы провести хорошее мероприятие, нужно обязательно ознакомиться с его правилами. Для оглашения правил нашего конкурса, фестиваля, я приглашаю Евгения Бутерова. Доброе утро всем участникам. Многие из вас уже были на соревнованиях, представляют, что это такое. Правила не сильно отличаются от тех, которые проходили у нас в том году соревнования. То есть будут разделены сектора. Один участник в одном секторе. Удочек может быть с собой хоть сколько, но должна быть закинута только одна с одним крючком. Крючок должен быть без всего, без пенопласта, без кемпингов. Так, загон производится после сигнала старт, то есть бегунку можно было замешивать сейчас или до соревнования, вот во время жеребьевки. А так, все в принципе как обычно, ничего нового. Всем все понятно? Да, да. Многие были, многие знают. Судьи подойдут, подскажут кому, если что-то будет непонятно, или будут какие-то проблемы со снастками, то есть подойдем, поможем. Гений, у меня вопрос, главный. Гений, вопрос. Главное, чтобы члены, участники команды из одной группы, это в разных пунктах не оказались. Сейчас все судьи объясняют. На лёдовых поймала первую рыбку. Пакет? Туда, к себе, в зачёт. Что это за рыба, скажите? Что поймали там? Дима, что за рыба-то? Клейка. Сколько килограмм? 50 грамм клейка. Первая рыба на наших соревнованиях поймана, друзья. Продолжаем. Люба, поздравляю вас. Да, я не слышу. Я сейчас у тебя постою, и ты поймаешь. Поехали!
считаться 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, да? Только рука, считайся, ты поставила. Многовато? Я-то думала, придет человека 2-3, поможет дарить. Я делиться не готова с 11 человеками. Как вы? Ладно. Так, давайте сейчас будем с вами смотреть, как вас зовут. Мне нужны только ребята с самыми пиратскими именами. Сейчас посмотрю. Вот, еще один. 12. Вставай. Так, говори громко свое имя. Ульяна. Артем. Артем. Кирилл. Вера. Вера. Варя. Виктория. Виктория. Как без Виктории вообще на корабле нельзя? Давай дальше. Юля. Оксана. Тебя как зовут? Ваня. Оксана. Тимофей. Как? Ростислав. Обалдеть. Вы уже знаете, да? Да? А ты вообще 12-й пришел? 13-й. 13-й уже? Ничего себе! Ты что, со всеми делиться, что ли? И с вами делиться кладом? Ну так вставайте и громко говорите, как вас зовут. Как вас зовут-то? Макар. Все разные. Ничего себе, имена-то у всех пиратские. Что делать-то, я не знаю, всю банду, что ли, брать? Короче, я вам открою секрет. Я сегодня нашла такую записку. Ага. Короче, я на острове далеком много лет тому назад в яме темной и глубокой закопал бесценный клад. Вы тот клад сейчас найдите и его себе заберите. Заберем? Заберем. В общем, команда у нас с вами большая. Сильная, смелая, так что мы точно его найдем. Он где-то здесь оказывается, этот клад. Сейчас мы его будем искать. Но нужно нам сначала с вами подготовиться, да? Вот. Сначала мы с вами придумаем кричалку. Как мы пойдем за кладом? Нужно же что-то кричать, чтобы не потеряться, да? Ну-ка, давайте. Придумаем. А если у нас будет так, наш веселый отряд будет искать клад. Запомнили? Давайте повторяем. Наш веселый отряд идет искать клад. А как еще кричат пираты? Йо-хо-хо. Во, давай. Теперь свою кричалку кричим и добавляем в конце йо-хо-хо, так, чтобы все родители услышали. Договорились? Давайте. Наш веселый отряд идет искать клад. Йо-хо-хо! Так, а что, вы не рады, что ли, что идете? Надо кричать йо-хо-хо вот так. Йо-хо-хо! Договорились? Давайте громко, четко, так, чтобы услышали все. 3-4. Наш веселый отряд идет искать клад! Йо-хо-хо! Руки-то вверх не подняли. Короче, я все поняла. Вы уже давно тут рыбачите, устали. 15. Скажи, а все-таки как это будет? Нет, там есть. Плюсом потом будет. 189. Это где-то написать, да? Да. Могу где-нибудь. Ну, тут разница, конечно, не будет большая. Еще. А весь 201. Сюда можно нажимать. Давайте сделаем. А, вот. Вот, смотри. Здесь чек. Я что выкрою? Бутер уже второй. Кто сказал? Сколько наловили? А, вон, все, видишь, сколько наловили? Нет, вы. Я не ловил. У вас какая-то с пакетиком скажу. Для приличия. Нет, о, не тогда наловил как. Самая вкусная рыба. 548. Чуть тебя не догнал, на 100 грамм.
Вот стол. Под тебя. Килограмм 184. Yes! Че, погнал тебя? Вот стакан. Надо тебе. Че, твое взвешивание? Да. Че, взял? Да. Самая первая пойманная рыба. В этой номинации победу одержал Дмитрий Налетов. Он поймал устрицу. Спасибо, стоит. Поздравляю тебя с этим. Награждается и термометром. Следующая номинация – самый опытный рыбак нашего фестиваля. Вызывается Вениамин Павлович Касаткин. Поздравляю вас! Долгих лет вам жизни! Рыбачьте! Самой юной участницей нашего фестиваля стала Аня Белозерова. Аня, поздравляем тебя. Надеюсь, ты пойдешь по стопам своего отца, вырастешь высококлассной спортсменкой и будешь отстаивать честь нашего города, области и нашей страны. Самая крупная рыба. Награждается наш гость из города Котлас Евгений Агай. Женечку сними. А? Я парень взглядом стоял. Я говорю, сейчас стрельнусь. Так, следующая церемония награждения. Семейный зачет. Награждается за третье место семья Ершовых. Просто всю семью награждаю предоставлю. Почти в полном составе. Ждет свою заслуженную награду. Да. Понятно, медали, специальными призами. Оба, грамотно еще не забудьте. За второе место награждается семья Белозеровых. Дай
Чемпионами, победителями в данной номинации становится семья Пашешулины. Давайте поддержим их бурные аплодисменты. 5 человек. Все участвовали. Следующий зачет. Детская номинация. Дети в возрасте до 14 лет. За третье место награждается Тимофей Пашешулин. Морозов первое место, это и детей. Минута терпения. Тимофей, молодец, поздравляем тебя! Молодец! 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 Не убегай! За второе место награждается его сестра Кристина Пашешулина. Победителем данного фестиваля стал молодой человек, который и в прошлом году стал также чемпионом на детских соревнованиях «Золотая рыбка». Это Семен Третьяков. Третье место награждается Лора Удачина. Для девушки заслуживает особых аплодисментов. Второе место награждается Наталья Толпейкина. В весе от второго места всего в 2 грамма. За первое место награждается Лариса Ершова. Голова рыбы.
В общем зачете среди мужчин-любителей фестиваля «Устюг клёвый» за третье место награждается Павел Удачин. За второе место в этой группе награждается Дмитрий Налетов. И победителем среди любителей становится Андрей Шушнин. Далее церемонию награждения производит Сергей Николаевич Селяков, главный организатор нашего фестиваля. Итак, третье место среди мужчин в категории профи. Это юноши и мужчины, которые часто выступают в соревнованиях на различного уровня. Итак, третье место. Евгений Бутеров. Идешь за кубком? Я привезли, папа, идешь? Пойду. Какой лупер, мячик, а ты? Молодец! За второе место награждается Евгений Барболин. Бассейн вручается нашему гостю из города Уза Юрию Тетерину. И еще один приз мы забыли. Этот приз специальный, так скажем, приз зрительских симпатий. Он для семьи Рыбаков. Это семья Касаткиных. Там вручается памятная плакетка и гамак. Также мы хотели бы...